Острого дня, господа нажиманы, с вами снова Алексей Пономарев и ножевая колонка Knife News. Якуб Визаркевич или Джейкоб Вычеркевич. Я в жизни никогда не запомню, как его правильно зовут. Мы его знаем с вами как Полтергейст. Выпустил свежий свой дизайн Луны для Реал Стила. Луна был маленький компактный ножичек, тут они решили, что сделают его больше, сильнее, плотнее, интереснее, но и, понятное дело, дороже. Называется он Майус и относится к семейству Luna Family. Рукоятка из титана, на клинке N690 и ценник 175 долларов по прайсу реал стила официальному. Нож действительно получился плотный с бэклоком и очень интересным шпеньком, который ставится на этот самый долг. Почему ставится? Потому что его можно снять и он станет легальным, например, в той же самой Германии. Сейчас они сильно по этому поводу запариваются плотный, мощный ножичек, хотя, ну вот как его можно назвать плотным, большим, мощным, когда клинка всего 77 мм. Но мне кажется, что относительно старой луны какие-то прибавки были. Толщина этого клинка 2,7 и вес всего 120. Видимо, в этом виновата титановая рукоять. Но ладно, Real Steel. Полтергейст еще ломанулся и в Бокер, опять же, и в Бокере вышла совсем дорогая вариация. 200 евро за вот такую бабочку. Титановая рукоять, клипса, клинок из S35VN и, к сожалению, клинок там 95 миллиметров. Его нереально легализовать в России, ну, может быть, кто-то умудриться привести, просверлить отверстие, поставить шпинек, но тогда придется накладки колхозить. Короче говоря, вот такая бабочка у нас незаконна, потому что бабочки в России можно до 90 миллиметров до ближайшего ограничителя. Поэтому, к сожалению, блин облом. Мне, честно сказать, такая штуковина понравилась. 200 евро, конечно, это 200 евро, но полтергейст из S35VN это все-таки полтергейст. Не так давно был на замечательной выставке Mad Russian Evening, и там, конечно, у Юстуса опять приглянулся нож. Вот такой флипер с перламутром. Опять много перламутра, титана и полированный клин. Просто песня. Очень классно в дизайн вплетена клипса. Ее практически незаметно в тот момент, когда смотришь на нож вот со стороны фрейма. Фрейм, понятное дело, с сухарем, с потрясающей механикой, как всегда, на высочайшем-высочайшем уровне. Много этой врезки перламутровой, которую вообще непонятно как сделано. Такое ощущение, что этот перламутр вообще изнутри растет. Но пока искал хорошие фотки, конечно, наткнулся еще на старое видео по работе ножа в стиле Гигера. Кто такой Гигер? Это чужой хищник и вся остальная, ну, родоначальник биомеханики. И вот такой флипер Алексей Владимирович тоже делал. Я, наверное, не устану никогда повторять, что это один из самых крутых мастеров, которые делают складные ножи высочайшего мирового уровня у нас в России. Крутой мастер, потрясающий нож, найдите каталоги, какие-нибудь зарубежные сети, наши сети, но обязательно погрузитесь в большой художественный мир этого очень крутого мастера. А вот как относиться к такой дикости, я не знаю. Я сразу скажу, что эта штуковина стоит гораздо больше 500 долларов. Но тут, наверное, есть за что платить. Здесь столько инжиниринга, что просто застрелиться. Хотя многие из вас скажут, эй, это же просто циндер задорого. Ну да, клиночек мне сразу тоже подтолкнул мысль к тому, что это с циндера пошла вся идея. Но все остальное это же страшнючий трансформер. Это Титан, очень круто обработанный и очень классный классно все это подобрано под технические сопряжения между собой. Мало того, что он складывается весь якобы в КНАК. Но я подозреваю, что КНАК там обязан быть. Здесь все-таки есть отверстие, можно как-то упереться в руку. Возможно, им еще и вот так вот тюкают. Открывается клинок, можно порезать. Можно его развернуть полностью, практически в нормальный нож. И, конечно, увидеть Эмерсон Вейв. Воу, это не Эмерсон Вейв, это просто обычная открывашка. Как супер продуманное инженерное решение, мне эта штуковина очень понравилась. Но 500 плюс, э, да нет, наверное, это столько стоит. Наверное, пора плакаться, что это слишком дорого, просто понимать, что такие вещи тоже могут стоить таких денег. Да, клинка там немного. Как я люблю говорить, мало ножа за много денег. Производитель King Freeman. Ну или погуглите, или постараюсь хотя бы в описании написать, как это правильно заводить в Google. Друг нажиман, не забывай подписываться на канал, жать клавишу подписаться и колокольчик. И, конечно, подписывайся на нашу телегу. Телеграм, бруталика, у нас интересно, прикольно. И ссылку на канал, конечно, найдете под этим видео. Весь контент пилю я сам, там прикольно. Доброжелательные комменты, несколько постов в день точно будет не лишним. Спасибо за подписку. От RS Knifeworks вышла вот такая крутая акула но ну, действительно сразу видишь, что речь про акулу. Здесь и плавники такие страшные, и жабры, и полностью агрессивный весь сам по себе нож. Мне хочется взять и куда-то уже потыкать. Не знаю, что там с этими жабрами, на самом деле, насколько все сразу скажут, да вы что, его ж сломать нефиг делать, потому что бзды не все, но такие ножи обычно так не ломают, поэтому просто красиво и фиг с ним красиво. Понятное дело, что эти плавники это флипер, но вот вряд ли вейвер, потому что слишком ушуши зализаны и с кармана такая штуковина, скорее всего, будет соскакивать. Да, там титан, сложно составная рукоять и клипса вдруг из Дамаска. На одной точке, хотя у нее довольно мощная посадочная площадка, скорее всего, там изнутри тоже есть пару винтов для того, чтобы эта клипса никуда не девалась. Отдельно кайфово, конечно, что очень грубый сатин поперечный. Вот, мне кажется, полирован он был бы совсем не так воспринимаемый и этой и хищной и агрессивной акулой. А вот в таком виде, в грубоватом, очень-очень заходит. RS Knifeworks, я миллион раз про них рассказывал, если что, найдете сами. Очень аккуратный, очень классный варнклиф от Space Monkey. Они его делают в, не... в нескольких вариантах. Делают в Тимаскусе, даже в Макумы вроде попадался. В обычном Титане есть еще с ми-картовой рукояткой. И он очень продуманный. Вот это один из тех варнов, которые я бы хотел себе в коллекцию вообще в любом исполнении. Потому что по линиям, по обрисам это прям вот все мое. Фоток не удалось нарыть немного, но на многих стоит именно магнокат. У меня ни одного ножа с магнокатом нет. Если вы что-то знаете про эту сталь на личном опыте, а не просто мы почитали в интернете, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы о ней думаете, как она работает, как она коррозирует и вообще, как с ней ножи живут. Ну, у меня как-то так случилось, что не проскочило. По ножам. Единственное, до чего успел докопаться, то по этим фоткам видно, что у них под разными углами поставлена клипса. Она широкая, двухточечная, но почему-то на одних ножах она лежит просто на накладке, а на других ножах она повернута так, что подпирает фрейм. Мы все помним, что так ставят клипсы, чтобы фрейм не отгибался более чем надо, а какого фига тогда в другом ноже сделано, что клипса мимо этой прорези? Но в остальном, по внешним линиям, по подгонке, по вообще идее этой модели, мне весьма зашел. Классный нож Space Monkey. <музык> в добавках сегодня Jasper на который для компании MKM разработал модельку Love. Э, это типа низкоценовой уровень, но ну как, для MKM низкий ценовой уровень это 100 долларов. N690 и пластик на рукояти. Дорого-дешево, решайте сами. И странная новость от Эмерсона. Вышел TK Folder. Это коллаба с бойцом ММА Тим Кеннеди. Я, честно сказать, не сильно слежу за всеми эти зарубежными звездами. Мне там двух-трех хватает, чтобы посмотреть на ютубах. Если вы знаете что-то про этого самого Тима или Тома Кеннеди, напишите тоже в комментах, где хоть пару боев его звездных посмотреть и вообще, что он там рядом с Эмерсоном делает. Вы его у этого ножа не будет. Он будет просто открываться за таблетку и будет заточен с двух сторон, а не с одной, как обычно Эмерсон любит стамеску. Вот такой нож. TK Folder. С вами снова был Алексей Пономарев, рассказывал вам всякие интересные ножевые пономаревости. Смотрите меня два раза в неделю во всех мониторах страны. А этот выпуск со мной записывал панч, тот самый серенький, страшненький, вот такой вот кинжал от Бруталики. Это прикольный нож на все случаи жизни, плоско носится в кармане, спокойно размещается на экипировке, имеет очень большую твердость, большую прочность и, конечно, веселые пробивные способности. Довольно специальный нож для довольно специальных действий. Мне кажется, что такой нож в вашей коллекции должен быть. Ссылка, конечно же, под этим роликом.